себя времени. Такую штуку автоматически делают. Что ты говоришь? Такую штуку делаешь автоматически, непонятно, когда отправлено с одного объекта к другому. То есть непонятно, в какой момент пошла информация. То есть создается такая петля времени. И она вроде есть, и ее нету. Итак, понятно. Зайди. Нашим зрителям не нравится звук тикающих часов. Она говорит, убери, это какое-то зомбирующее что-то. Эй, дебилы! Это тикают ваши внутренние биологические часы! Эй, дебилы! Кого тут раздражают тикающие ваши биологические часы? Мы будем слушать это тиканье, пока не наступит просветление. Заключительным словом выступит Старухин Ярослав Петрович. Вот и мы закончим. Я не понял. Заключительным словом выступит Старухин Ярослав Петрович. Вот и мы закончим. Я не понял. Заключительным словом выступит Старухин Ярослав Петрович. Вот и мы закончим. Я не понял. Я же не понял. Закончим. Я же не понял. Дорогие друзья, 6.